Это Укроп, 4-летний ласковый добряк, красивый и статный пес. Мальчишка очень нежный, веселый. Наш Укропчик, так его называют в поводоге. Укроп всегда за любое веселье, любит возиться с игрушками, бегать с собаками на улице. Ему важно общаться с людьми. Он любит дать лапку, подставить бока, чтобы погладили, и просто посидеть рядом, пообниматься. Пес будет отличным другом и компаньоном. С активным хозяином он с радостью будет бегать и гулять. Если вы за более спокойный досуг, Укроп всегда за то, чтобы посидеть в тишине и полежать на диванчике. Он готов к переезду в новый дом, знает базовые команды и с поведением у него проблем нет. У такого хорошего мальчика обязательно должен быть добрый, любящий хозяин. Укроп ждет своего человека в приюте «Поводок».